смотрите, какая гниль древесины, да, в нижние венцы. Практически это труха. Юрий Тиханович, эксперт по госэкспертизе исторических памятников, показывает, во что превратилась усадьба конца XIX века на Карла Маркса 22. Повсюду старая древесина, надломанные кирпичи, потолочные розетки, элементы декора. Большую часть здания уже потрепало временем, и его ждет масштабная реставрация. К исторической постройке уже прикоснулись архитекторы. Давайте посмотрим на стену. Это не просто дырки в стене. Так специалисты во время экспертизы изучают первоначальную планировку здания. Здесь мы можем увидеть некий дверной проем, а также слои штукатурки. Здесь их немало, потому что дому уже более 100 лет. Дом на Карла Маркса 22 по-другому называют домом врачей Кусковых. Иннокентию и Петру Ивановичем Кусковым усадьба принадлежала в конце 19 века. В ней был большой зал и несколько жилых комнат. В этом доме принимали пациентов и устраивали собрания сообщества врачей. По соседству с Кусковыми жил потомственный дворянин и гласный, это вроде нашего депутата, Николай Александрович фон Изерский. Его усадьба была побогаче, чем дом врачей, с мансардным этажом и более просторными комнатами. После революции в домах были коммунальные квартиры и общественные места. Затем использовали в коммерческих целях. Эти дома эксплуатировались до недавнего времени. Здесь было на самом деле в одном из домов, чуть дальше, там, по-моему, парикмахерская, где-то магазин штор тоже, где продавались здесь шторы, ателье. Здесь долгое время находилась проектная организация, которая эксплуатировала эти дома, поэтому худо-бедно они поддерживались. С них, вот, как вы можете обратить внимание, было центральное отопление, коммуникации, и поэтому они сохранились в относительно неплохом состоянии по сравнению со многими объектами. Дома, где раньше жили Кусковы и фон Изерский, восстановят до первоначального облика. На это уйдет 1,5-2 года, то есть обновленные здания можно будет увидеть не раньше конца 2025-го. Специалистам для полной реставрации придется возводить заново обе усадьбы. Такую схему называют методом перебора. То есть мы сейчас все это разбираем, нумеруем, упаковываем в каждый элемент, чтобы, ну, даже если он потерял свои какие-то свойства, все равно по аналогии, чтобы можно было сделать. Все это упаковывается, увозится на специальную площадку, где будет происходить дефектовка этих изделий. После этого на этой площадке полностью сруб собирается. То есть мы его собрали, принимаем, все устраивает. После этого снова нумеруется, разбирается. За это время, пока на той площадке реставрируется, значит, этот сруб, здесь возводится новый фундамент. Фундамент возвели, этот сруб разбирается на той площадке, приводится сюда, и здесь собирается. То есть вот примерно такая схема. После перебора специалисты займутся внутренней отделкой зданий. Это будут офисные помещения, общественно-деловые. В домах сделают соответствующий ремонт, проведут воду и свет, установят мебель и другие предметы интерьера. Но главное, специалистам предстоит сохранить изначальные элементы декора. С точки зрения обратной же отделки, да, это будет штукатурка внутренняя, возвращение всего архитектурного лепного декора, который здесь был обнаружен. Здесь будут потолочные розетки, будет очень все красиво, презентабельно, ну и эффектно. Восстановленные здания представят единый архитектурный ансамбль. Такой мини-исторический квартал, вроде как на Горького. Инвестор и собственник зданий будет тот же. И ситуация, скорее всего, будет та же. Объекты в первую очередь для сотрудников, а потом уже для рядовых горожан и туристов. Напомню, дома на Горького отреставрировали еще в 2021 году. В 2022 в одном из зданий появился бутик-отель и ресторан. Остальные помещения офисные, поэтому попасть внутрь на территорию просто так не получится. Ведь это частная собственность. Специалисты все еще думают о том, чтобы организовать экскурсии в объекты культурного значения. Но это только планы, поэтому истории пока приходится любоваться издалека. Татьяна Шункова, Анастасия Масленникова, новости ТВК.